Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте BMW 4 серии, ремонт кузова. Этот автомобиль разобрали, поменяли подвеску и привезли ко мне на кузовные работы. Установил его на стапель. Итак, перед эту часть я буду ремонтировать. А правый лонжерон буду менять, точнее его часть. Менять буду только верхнюю часть лонжерона. С него и начну. Сначала вытяну все, что смогу вытянуть. Итак, все, что можно, я вытянул. Теперь удаляю поврежденный металл. Удалил поврежденный металл, и теперь я равняю металл, который остался на машине, который не буду менять. В этом месте я закончил. Теперь я сделаю измерение лонжеронов. Измерение по высоте и по диагонали. В данном случае все размеры одинаковые и в норме. С этой донорской части я возьму только то, что мне надо. Верхнюю часть. Эту часть я буду приваривать к машине, но сначала я отравляю это поврежденное место. Сначала я вытягиваю дверные петли, затем удавляю поврежденный металл. Thank you.
Эти куски я отравняю на столе. Отравнял, сварил. Эту часть кузова я сделал. Теперь примеряю часть правого лонжерона. Устанавливаю его по уровню, по диагонали. И затем буду приваривать. Ну что, лонжерон я сварил, теперь приступаю к ремонту задней части машины. Замена заднего крыла и двери. Первым делом вытягиваю крыло по замятым местам. После вытяжки удаляю поврежденный металл. Заднее крыло удалил, равняю заднюю арку.
донорской части беру только то, что мне надо. Примеряю заднее крыло. Подгоняю места стыков и закладываю вкладки. Итак, вкладки приварены, устанавливаю заднее крыло, прикручиваю его саморезами, сваривать буду, когда все примерю и все зазоры будут хорошими. Устанавливаю дверь, задний фонарь и проверяю зазоры. Зазоры в порядке. Снимаю дверь, фонарь и привариваю крыло. Смотрите, в этом месте стык немного не сходится. Был вмят немного порог. Вытаскиваю его при помощи споттера. Итак, крыло приварено, сварочные швы зачищены. Устанавливаю остальные детали задней части. С ремонтом задней части я закончил, теперь осталось только мелочи.
Немного помята правая дверь снизу. Эту проблему буду решать при помощи споттера. Ремонт двери я закончил. Осталось собрать перед. Устанавливаю все детали переда. Итак, все собрано, все зазоры в норме. И на этом работа с металлом и моя работа закончены. А у меня на сегодня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!